العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. Дорогие друзья, сегодня у нас очень важное событие. Мы открываем памятник, мемориал в честь выдающего сына казахского народа, истинного патриота своей отчизны, легендарному герою афганской войны Керимбаю Борису Кеновичу. Место установления памятника было определено Керимбаем, командиром нашим, еще при жизни, на малой родине. Там, где он жил, там, где он провел свое детство, юность, и отсюда он был призван в армию. Амата-Достар, дорогие друзья, уважаемые храмы, родственники, близкие. Сегодня действительно для всех нас очень светлый день, потому что нас сегодня... Примерно год, может, больше года назад, был приватный разговор с Кеновичем, и он мне попросил две просьбы. Серега говорит, я знаю, что будешь делать. Не делай меня лысым, обязательно в фуражке, в форме. И помпезно не делай памятник. Я говорю, я хочу сделать над памятником типа короны, как будто это твои бойцы, вот мы все вот над тобой. Ну, согласился. Вот. В итоге вот осенью, уже я знал, что Тукенович уже плохой, осенью я начал это делать. Два сделал, один побольше, один поменьше. Но вот этот, который побольше, уже я знал, что это будет. То есть как бы он тоже, он предвидел все, он наперед все это чувствовал и знал. Вот такой был человек. Где центральной частью расположена экспозиция, посвященная Борису Кеновичу Керимбаеву. Это его подлинные документы, это его мундир с наградами, который был передан семьей Керимбаева фонду генерала Панфилова. Мы со своей стороны, я как учредитель фонда, как директор военно-исторического музея, обещаем вам сохранить память о Борису Кеновиче. Вы знаете, я вчера скинула. Это уже музейный экспонат. Чисто, вот этот фон уже.
77-й отряд. Автор – боец батальона Вдовин Сергей. Исполнение галерной группы «Паншер». Командующий парадом генерал-лейтенант Нурмагомедов.
26 августа 1980 года. Алматы празднуют юбилей республики. А в это время, восьмой месяц, продолжались боевые действия ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В Советском Союзе уже хоронили первых погибших с формулировкой «погиб при исполнении служебных обязанностей». Матери и жены, оплакивая своих сыновей и мужей, не знали, где и за что они погибли. Людям, далеким от событий в Афганистане, было невдомек, что там происходит в действительности. Гвардии майор Борис Керембаев, возглавляя отряд спецназа в парадном строю, не догадывается, что готовит ему судьба. Руководитель страны Советов Леонид Брежнев не узнает, что фактически эта война явилась одним из факторов поражения Советского Союза в Холодной войне. 35 лет живет советский народ под мирным небом.